цыплята мои уже живут на улице в клетке. Им уже 1,5 месяца. И вот такие 3 бурубуха уже дожили до такого большого состояния. И они стали очень-очень взрослыми. Их лапки очень окрепли. Еще их можно сравнить, как они были до этого и как за 1,5 месяца выросли вот эти 3 бурубуха. А что же там лает? Так это же собачечка моя. Она очень хочет подружиться с этими цыплятами. И она смотрит, как же ей попасть. Она днями и днями прыгает, и прыгает, и лает, и скулит. Она очень-очень хочет подружиться. Ну зачем? Собачка. Ты же их так аж 1,5 месяца с ними. Ну ладно. Можешь дальше прыгать. Дальше к цыплятам. Цыплята, наверняка вы заметили вот эту панку. Они ночью спят на ней. И они уже живут во дворе. И я вам могу даже показать, как живут и какой сладкий сон у цыплят.